1 августа, рыболовный клуб «Савельево-2». Да. Вот такой вот улов у Михаила, 17 килограмм, 700 грамм за целый день. Михаил, добрый день еще раз. Расскажите, на что сегодня клевало? Кукуруза с опаршком, без всяких... В общем, ничего нового, да, как обычно? Да. И бананы прикорм. Сходы, и как вообще клевало сегодня? Нормально клевало, только надо... Садки новую покупай. Ушло много рыбы, да, у вас? Ну да, садочек уже потрепал, потрепан временем. Да. Но в целом рыбалка удалась? Да, большое спасибо Савельеву. Пожалуйста, пожалуйста. Ну, приезжайте, всего хорошего, до свидания.